Так, ну все. Пойдем. Почему люди, которые ни разу... Ну ты вовремя, конечно, козел! Привет, я тебе еще летом скидывал, Дэнна. Важных тем для всего Майнкрафт комьюнити. А именно, почему люди, которые ни разу не играли в Майнкрафт или играли от силы пару раз в эту замечательную игру, так ее не любят и ненавидят. А людей, которые играют в Майнкрафт, оскорбляют без весомой на то причины. Реально, согласен, меня оскорбляют. И какую роль во всем этом играют такие... Вы видели, между прочим, мой пост, сука? Вот кто еще не подписан на мою страничку ВКонтакте, да, чтобы мне галочку дали. Но, ну, мне кажется, для 24 тысяч подписчиков, лайков, ну, хотя нормально, лайков, что я тут загоняюсь. Этот, директор Майнкрафта, ё-моё, заявил, ну, не директор, а кто она там? Главный по Майнкрафту, я забыл, как ее там, что-то Чан. Она сказала то, что средний возраст игрока в Майнкрафте 24 года, между прочим. Угу. Почитайте, что я там написал чисто. Угу. 24 года. Это больше, чем мне. Мне, между прочим... Сонь, сколько мне лет? Сколько мне лет? 22? Старше года. А. Ты я думал, мне 22. Мечтай. Тебе 23 уже давно. Поняли? То есть я даже до среднего возраста Майнкрафтера не дотягиваю. Старпёртый уже. Б и Майншилд. Но давайте пойдем по порядку. С вами капитан Немо, и мы начинаем. Так, ну давай. Начать хотелось бы с того, что за сервера SP и Майншилд я назвал в начале. Я не знаю, что такое Майншилд. Я решил записать данный видеоролик. SP это такой ванильный сервер по Смотри, Майнкрафту. Опа, плюс подстроечки. Это мне подстроечки. Множество различных игроков. Это мне украсть. Владеет же этим сервером такой популярный майнкрафтер, как Пятерка. Это я популярный, смотрите, сколько подписчиков. Молодец. Да, я, молодец, это я, Сонечка. Молодец. А я думал, у меня 600 тысяч подписчиков. Думаю, многие из вас его знают и смотрят. Смотрите, какой красавчик, там фотка была. Сервер по Майнкрафту, но выживают на нем уже не просто игроки, а популярные и не очень ютуберы по Майнкрафту. А, да? К примеру, на нем выживает Нео, Флеймус, Нео крутой. И множество других Баф! Мистер Баф на другом сервере! Минус друг опять. Этот ролик я хотел еще давно, и идею для него я вынашивал очень и очень долго. Тем более сейчас на сервере Майншилд проходит набор игроков. Капец. О котором, кстати, я узнал от Флеймуса. Ссылочку на этот видос с набором я оставлю в описании, вдруг кому интересно. Сонечка, надо еще воды добавить. В наборе надо сделать интересный и годный видеоролик. Так что я решил, когда, как не сейчас, надо реализовать мою старую идею. А. Людей, которые не любят Майнкрафт, я разделил на два типа. Первый тип — это объективный. То есть люди, которые не любят Майнкрафт по понятным на то причинам. К примеру, им не нравится такой жанр игры или такая кубическая графика. А может, такой человек вообще не любит компьютерные игры. И это нормально, ведь сколько людей... Что с баллом 2-0? Только и мнений. Кто-то любит стратегии, кто-то... Спор люблю, Outlast не люблю. Люблю. Counter-Strike говно. Нету, потому что каждому нравится свой жанр игр. Ну а второй тип я назвал «Незнающие». Почему я их так назвал, поймете чуть-чуть попозже. И если с первым типом... Я еще могу реально сказать, надо так сделать. Ну вот смотри. Я думаю, Кирюша, то, что, по-моему, у тебя украли вот этот город, твой стиль украли. Может быть. Я к чему должен все реально заявить. Вот мне не нравится селедка. Это же не значит, что я всем говорю, что селедка это полное дерьмо. Я говорю, мне не нравится селедка. Вы сечете? Это вот как игровая индустрия, это все виды блюд. Сонь, положи подушку туда, куда. Я люблю селедку. Вот. Это просто как будто разная еда. И ты ее либо она тебе нравится, либо она тебе не нравится. Зачем прям, ну, типа, прям обсирать игру и говорить, все, кто едят селедку, те долбоебы. Хотя, ну, очевидно, что кому-то нравится, кому-то нет. То почему же второй тип? Просто ну, у всех игр есть своя аудитория, и все игры типа что? Вот этого человечка знаю. Так не Опа, сука! Майнкрафт ненавидит его. На самом деле ответ лежит на поверхности.
Майнкрафт безумно популярная игра во всем мире, в которой ты можешь делать все, что желает твой. Подожди, а. Подожди. Подожди. Что я сделал? Я сам не понял, что я сделал. Сейчас, секунду. Чего? Смешно. Смешно. Моя душа. Хочешь, построй себе красивый дом. Хочешь, иди сражайся с монстрами. Или накачай кучу модов и проходи и изучай их. И из-за этого на Ютубе куча шлака, который выпускают в основном маленькие дети, засоряя тем самым Ютуб. Да не. Но это еще ладно, ведь такие ролики не попадают в рекомендации или тренды. И не портят так сильно мнение о Майнкрафте, как те видео, которые попадают в тренды. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Я говорю о видеороликах из серии «Как пройти Майнкрафт ногами?» Или такие. Это плохо. Остров из лаки-блоков против нуба против острова из лаки-блоков. Я видел в трендах сегодня самые лаки-блоки тупые, которые только могли быть. Лаки-блок оса против лаки-блок пчелы. И это все. Не понял вообще. Канака, тебя взорвали. Все там, ребенок и девушка, дом под шахтой, нубы и про... Тьфу ты, скороговорка какая, а не название видеоролика. Угу. Думаю, вы поняли, о чем я говорю. И именно из-за таких роликов, которые постоянно попадают в игровые тренды и рекомендации пользователей Ютуба, которые смотрят маленькие глупые дети в возрасте, скорее всего, до 8, ну максимум до 10 лет, о Майнкрафте портится мнение у обычных, не знающих зрителей. Сейчас будет смешно, походу. Мишка, прекрати развлекаться. Пожалуйста, у нас сегодня важное дело, между прочим. Какой? Кстати, ну то есть, кто вот в эту игру играет? Я даже в последнее время начал задумываться о том, чтобы, ну то есть, поиграть немножечко. Она вроде бесплатная или там... И посмотря хотя бы маленькую часть такого ролика, человек подумает. What the fuck is this? Что это за дерьмо я только что посмотрел или смотрю? И именно из-за этого о Майнкрафте портится впечатление. Так где про СП? Из-за этого СП обычные люди, которые не смотрят Майнкрафт, а просто видят краем глаза, думают. Видимо, Майнкрафт это и вправду игра только для маленьких и глупых школьников, которые ничего не соображают в этой жизни. И это прискорбно, ведь по Майнкрафту есть безумное количество... Я слышал то, что эта игра как бы бесплатная, но когда ты, ну, то есть, поиграешь чуть-чуть, полный доступ открывает там все персонажи, это уже за деньги. Интереснейших роликов. Как раз таки по этой причине я назвал этих людей незнающими, потому что они не знают, насколько много интересного контента есть по Майнкрафту на Ютубе. К примеру, выживание с модами, как делают Флеймус или Лололошка, разборы новых обновлений или создание интереснейших теорий по Майнкрафту, которые это просто да. переосмысливают игру. Да. У того же Пятерки. Это у меня! Это у меня реально! Это я! Смотрите, это я! Множество другого контента, к примеру, создание механизмов, прохождение карт, да даже обычное ванильное выживание по Майнкрафту. Да и постройки такие на тоже. На Ютубе просто безумное множество интереснейшего контента по Майнкрафту. Но увы, почему-то Ютуб это не так сильно продвигает, как какой-то шлак наподобие нубиков про и другого контента. Хотя, если честно, контентом я бы это не назвал. К счастью, количество таких роликов в трендах снизилось, но, увы, их все равно достаточно много, и они все еще продолжают засорять наш любимый Майнкрафт. Но вернемся к теме серверов. Причем же тут вообще сервера SP и MindShield? Самый лучший сервер SP. Дело в том, что, посмотрев различные ролики по MindShield и SP, я кое-что для себя осознал. Возможно, даже игроки, которые выживают на SP, или ютуберы, которые играют на MindShield, не сознают того, что понял я. Возможно, это лишь бред моего сумасшедшего разума, но это мое мнение. А ну-ка. Я так считаю. Сейчас меня снимет. А заключается оно в том, что благодаря таким серверам мы и вправду познаем, что такое Майнкрафт. Да, ну так. Возможно, вы не до конца поняли, что я имел в виду. Бэ. Дело в том, что, по моему мнению, Майнкрафт это как отдельный вид искусства, в котором ты должен творить. Творить то, что захочешь ты и твоя душа.
именно на таких серверах, по моему мнению, в большей степени это раскрывается. И, естественно, таких серверов гораздо больше, чем я назвал. Это просто первые два, которые мне пришли в голову и на ум. Не понял, не именно понял! Это просто первый. Смотри, это моя мэрия! Это мэрия моя! Они реально твой город строят. Это на Испамине, по-моему, было. Делая самые интересные сооружения. Да, да, вот это я точно помню, вот эту вот штуку. В которых в итоге получаются гигантские города со своей инфраструктурой. Делают самые здание. Интересные механизмы, которые сам в обычном выживании ты вряд ли когда-нибудь построишь. Именно благодаря... Да, потому что в Майнкрафте самое главное – это общественное одобрение. Вот когда тебе есть кому показать что-то, тогда гораздо больше шанс, то, что ты это дело закончишь и кому-то покажешь. А в собственном выживании ты, ну, такой типа, ну, ё-моё, я... Ладно, сравнение другое дам. Не кайф убираться в квартире, когда ты дома один. Но когда к тебе приходят гости, тебе кайф убраться, да? И, ну, как бы, чтобы было чисто. И другим людям приятно находиться. Ну, ко мне это не относится, кстати. Вот. Я все к чему. Когда есть для кого строить, и вот именно объединение в города... То есть у нас был сервер город подписчиков, который насильно объединял всех в один город. А сейчас... гораздо круче, что люди могут выбрать... свою тематику. Да, свою тематику и так далее. То есть каждый выбирает, что им по кайфу. Для таким серверам, да и в принципе видеороликам, Майнкрафт становится лучше. И да. Мнение о нем тоже улучшается. И дело тут даже не сколько, что это ванильные сервера. Нет, без разницы. Пускай это в Майнкрафт с модами или что-то иное, без разницы. Суть в том, что они сплочают людей, да! заставляя их творить и делать что-то действительно интересное. Что, Сонечка? Голос послушаю. И это заставляет понять то, что Майнкрафт играют не Фламинго только тупые агрошкольники, но еще интересные взрослые люди, да, может, и не взрослые, но просто интересные люди, которые действительно могут творить и создавать... На СП до хрена реально супер таких шкалатронов со школьным голосом, на которые адекватные нормальные ребята. И нормально строят, да. И нормально играют. И на СП мини тоже. На СП мини меньше таких. И впечатляющие. Знаете... Пускай этот ролик и посмотрит, в лучшем случае, пару сотен, ну, может быть, тысячи человек, но это не суть важно. Я надеюсь, что если вдруг этот ролик посмотрят люди, которые не любили Майнкрафт и презирали его, изменят свое мнение. Они ничего не поймут, потому что они не знают этих серверов. Я что могу сказать? Ну, реально, каждому свое. Вот как я у себя на стеночке писал, что есть 40-летние люди, которые играют в Майнкрафт, но они не лезут, типа, в общий интернет. Вот то же самое. Школьникам, ну, по кайфу смотреть вот это вот, как пройти Майнкрафт пальцем ноги. Но потом они вырастают и либо перестают смотреть, либо смотрят уже более что-то интересное для них. Вот. Просто каждому свое. Не надо вот... как-то надо всем понять, что Майнкрафт не говно, а просто что каждому свое. Просто Майнкрафт настолько разнообразная игра, если в Counter-Strike, да, ты заходишь, ты либо стреляешь, либо не стреляешь, там, ну, других вариантов нету в Counter-Strike, да, то здесь игра настолько масштабная и разноплановая, что она в себе помещает дохрена всяких интересов. И есть как интересы очень маленьких ребят, так и интересы довольно взрослых. Тут как-то вот так вот. Hi, girls and hi, baby boy.